В пятницу 8 мая в Большом зале администрации состоялся премьерный показ одного из эпизодов нового 11-серийного кинопроекта. Фильм под названием «Никто не забыт, ничто не забыто», создан под эгидой Рязанской городской думы. Мы очень надеемся, что фактически вот такой видеобанк данных, он будет с нами, и можно будет его показывать по различным телеканалам, будет этот материал и в социальных сетях, и в интернете, на YouTube. Мы постараемся сделать так, чтобы как можно больше количество и рязанцев, и всех, кто с Рязанью связан, и кто любит наш город, могли все это увидеть и посмотреть. Там действительно та правда, которую мы, может быть, не услышим из каких-то источников иных. Это то, что выражают люди, прошедшие годину войны и пережившие своей душой, своим сердцем, своим разумом то, что происходило тогда. Работа над проектом продолжалась на протяжении года. В каждой серии слово предоставлено участникам Великой Отечественной войны. Мы хотели убрать вообще какие-то объясняющие вещи, чтобы ветераны, непосредственно очевидцы тех событий, непосредственно рассказывали о войне. По словам создателей, фильм рассчитан прежде всего на молодежь. Показывать его планируют в школах и вузах региона, чтобы ребята узнавали правду о событиях войны от живых свидетелей подвига народа.